Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня мы вяжем к шапке снудик, детский я вяжу, но буду рассказывать, как мерять, как вязать, но буду рассказывать, как связать на любой размер. То есть мы будем считать по размеру, по меркам. Так, материал, девчонки, мне я вяжу вот из этой пряжи нашей, ссылка в описании. В два сложения. Метраж 416 метров в 100 граммах. Я вяжу в два сложения, это значит 205 метров в 100 граммах. Приблизительная как бы плотность пряжи. Шапка у нас будет под видео в описании, ссылка на видео шапки. И сейчас в данный момент мы вяжем. Так, первая мерка, которую нам нужно снять. Это может быть мужской, женский, он отлично подойдет, как мужской снуд, такой воротник, как бы, как, воротник-манишка, да? Это не снуд, это воротник-манишка, извините, я неправильно выразилась. Вот, и вы меряете горловину, как бы, не впритык к шее, а вот, вот так вот свободно. Свободном, как бы, ну, как вы носите горловину, как у вас горловина джемпера сидит на шее, да. Так, у меня это 30 петель, ориентироваться я буду на 30 петель. Далее ширина, вот у меня заготовка связана, я не буду показывать, как я не буду показывать, как я набираю петли. Это вот, смотрите, 20 сантиметров, то есть 2/3 от нашей ширины, вернее 2/3 нашего обхвата этого, этой шеи, мы ориентируемся на 30 сантиметров. Я набрала 40 петель, это у меня 20 сантиметров. Вот, вы же вяжете свою, как бы, свой образец, плотность вязания. Вот, и вот, если у вас обхват 30 сантиметров, то ширина у вас должна 2/3, то есть 20 сантиметров. 2/3 это 20 сантиметров. Для мужского, соответственно, для женского это будет число побольше. В длину же мы вяжем нашу мерку. Вот она, 30 сантиметров. Еще два ряда я провяжу и все петли закрою. Вот, что касается узора, лицевыми петлями все, поэтому подходит для новичков. Вот вы такое полотно 20 на 30 у меня, вы вяжете. Здесь я делаю кромочную лицевой, чтобы был вот этот красивый зубчатый край. Итак, когда мы связали вот нашу заготовку 30 на 20, теперь смотрите, что мы делаем. Вот таким вот образом складываем ее, видите, вот, вот эту часть и вот эту часть мы совмещаем вот таким вот образом. Теперь внимание, перепроверяем, здесь у нас должно быть 30 сантиметров, то есть в разложенном виде 30, а так 15, да, потому что наша мерка была 30 сантиметров, вот мне нужно, чтобы было 15. Значит, как мы можем регулировать? Мы можем перемещать вот таким вот образом, регулировать ширину, вот так вот делать больше, так вот делать меньше. Это если потом уже вы будете, когда вязать свой размер. В моем случае я показываю на своем примере 15 сантиметров. Далее я беру иглу, которую я потеряла, нашла. Вот как мы сложили, как оно лежит, так я и сшиваю. Не боимся грубых стежков, это у нас завернется на изнаночную сторону. Оно сложится пополам, поэтому этого, как бы, этих стежков будет видно. Тем более это у нас шов на затылке. Вообще его там не будет видно, потому что капюшон, либо любые другие элементы. Вот.
Так, вот такая вот конструкция. Теперь мы берем его и вот таким вот образом перегибаем. Вот. И сюда вот как хотим, да, хотим мы помпончики, делаем, не хотим, не делаем. Вот такой вот снудик у нас, воротничок, вернее. Его можно по-всякому варьировать. Вот. Делать эти углы шире, ближе. Один можно короче делать, один длиннее. Как хотите, так и потом и загибайте его, как вам нравится. Вот. Вот такой вот у нас снуд сегодня, вернее, воротник, манишка. А я с вами прощаюсь. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.